В День России на площади Трудовой славы в Курагино, несмотря на непогоду, состоялось праздничное мероприятие. Перед концертной программой развернулся массовый флешмоб «Россия – это мы» с участием детско-юношеской спортивной школы и активной молодежи Курагинского района. Для участников праздника была организована работа различных площадок, где руководители клубных формирований районного дома культуры проводили веселые мастер-классы. А еще работала площадка с выставкой, конкурсами, аквагримом и рисованием хной от Курагинской библиотеки. Сказать скороговорку. Добрый Демьян на дворе дровишки рубил. Вы сейчас посовещаетесь, порепетируйте, потом громко, четко произнесет. Добрый Демьян на дворе дровишки рубил. Мы живем в великой стране с богатой историей, уникальными традициями и героическими победами. В стране великих открытий, событий и достижений. Сегодня мы славим нашу великую и неповторимую отчизну и гордо заявляем: нет страны прекраснее тебя, Россия! В день государственного праздника со сцены звучали, конечно же, слова о любви к родине и патриотические песни. Небо улетает, эта песня и зовет меня с собой. Стало мне пылает мое сердце, отвечая с тобой. Тебе хочется просто любить и дышать, и мне другого не нужно. Спокойся, если меня не сломать, и все потому что я русский, я иду до конца.